Давайте начнем с вами говорить о распространении искупления. И об этой теме вы можете прочитать в своих конспектах со страницы 104. И первое, что мы с вами должны сделать, это прояснить следующий вопрос. А именно, что включает в себя эта тема, а что в себя эта тема не включает. Если вы просто задумаетесь о теме распространения искупления, то можете задаться вопросом, что же это означает? Что ж, есть четыре разных момента, о которых мы с вами можем говорить, когда рассматриваем вопрос распространения искупления. Позвольте мне это написать для вас на доске. Распространение искупления. Мы можем говорить о ценности искупления, о достаточности этого искупления. Также мы с вами можем говорить о жертве, которая была принесена ради нашего искупления. Мы можем также говорить о применении искупления. Или мы можем с вами говорить о намерении. И основополагающий вопрос здесь следующий. Распространяется ли искупление на всех людей, которые когда-либо жили на земле, или оно распространяется только на избранных, только на тех, которые принимают веру в Иисуса Христа? Поэтому, если говоря об искуплении, мы говорим о ценности или достаточности смерти Иисуса Христа, то тогда возникает вопрос, достаточно ли эта жертва, чтобы покрыть грехи всех людей, или эта жертва достаточна, чтобы покрыть грехи только избранных людей? И здесь мы с вами говорим о том, что жертва Иисуса Христа — это жертва за всех людей, или эта жертва принесена только за избранных? А здесь мы с вами говорим о том, применимо ли искупление для всех людей или только для избранных. И, наконец, здесь вопрос в том, за кого Иисус намеревался умереть? За всех ли людей или только за избранных им людей? Я думаю, все вы знаете о том, что есть две основных позиции. Эти позиции можно кратко назвать так. Позиция ограниченного искупления и позиция неограниченного искупления. И спорят ли сторонники этих позиций о достаточности жертвы Иисуса Христа? Ну, вообще-то нет. И те, и другие согласны в том, что жертва Иисуса Христа настолько ценна, что она достаточна для того, чтобы покрыть грехи всех людей, живших когда-либо на земле. И так утверждают сторонники как ограниченного, так и неограниченного искупления. Теперь насчет жертвы. Опять же, это не предмет споров, потому что и те, и другие считают, что жертва была принесена за всех людей. Что же насчет применения? И здесь опять же, и те, и другие согласны между собой. Как сторонники ограниченного искупления, так и сторонники неограниченного искупления считают, что искупление применимо только к тем, кто верует. И спасаются только избранные, только они искуплены. Что ж, если нет вопросов по поводу достаточности жертвы применения искупления, то получается, что весь спор ведется вокруг намерений, за кого Христос намеревался умереть. И действительно вопрос в этом, но не только в этом. Потому что вы помните ту схему, которую мы рисовали на предыдущих лекциях? С одной стороны, мы говорили об обеспечении искупления, а с другой стороны, мы говорили о применении искупления.
И вот какой здесь перед нами вопрос. Намеревался ли Христос оплатить своей смертью грехи только лишь избранных и только за них пролить свою кровь? Или он намеревался сделать это за всех людей? И точно так же, намеревался ли он применить свое искупление только на избранных или на всех людей? Но этот момент мы с вами уже рассмотрели вот здесь, и мы уже сказали, что это не является предметом спора. Потому что если Христос намеревается применить искупление на всех, то это универсализм. Но ни сторонники ограниченного искупления, ни сторонники неограниченного искупления не верят в универсализм, что все люди будут спасены. Поэтому весь вопрос сводится к следующему. За кого Христос намеревался пролить свою кровь? И кого он намеревался спасти? Намеревался ли он заплатить за грехи только избранных, или он намеревался заплатить за грехи всех людей? И так как мы с вами понимаем разницу между обеспечением искупления и применением искупления, то мы с вами понимаем, что даже несмотря на то, что Иисус Христос заплатил за грехи каждого человека, это не гарантирует, что каждый человек будет спасен. Он мог намереваться заплатить за грехи всех людей, но применимо это будет только к избранным. И сторонники как ограниченного, так и неограниченного искупления согласны в том, что применимо искупление только к избранным. И спор, по сути, сводится к этому вопросу. За кого Христос намеревался пролить свою кровь? За грехи каких людей Иисус Христос намеревался пролить свою кровь и заплатить? Что ж, на этот счет есть несколько основных различных точек зрения. И первая такая позиция, первая точка зрения, известная как ограниченное искупление, представлена в ваших конспектах на странице 105. Согласно этой позиции, утверждается, что Христос умер только за избранных, только чтобы их спасти. Его жертва не предназначалась как заместительная жертва за всех людей. Конечно, неизбранные могут извлечь из этой жертвы какую-то пользу, скажем, некие благословения на земле. К примеру, Бог не спешит со своим судом, не судит их так быстро, как мог бы. Он позволяет неверующим жить на земле и наслаждаться тем творением, которое Он создал. Но, тем не менее, Христос не намеревался искупить неизбранных людей. Я думаю, что среди вас есть те, кто изучал и вникал в учение Кальвина, и вы понимаете, что наиболее типичная, наиболее традиционная кальвинистская позиция принимает именно ограниченное искупление. Вы помните, полная испорченность, безусловное избрание, ограниченное искупление, непреодолимая благодать и сохранность святых. Это тюльпан кальвинизма. И есть те, кто считает, что если вы являетесь кальвинистом, то у вас не остается выбора. Вы должны принимать позицию ограниченного искупления. Но среди нас есть кальвинисты, которые с этим не согласятся. Но давайте пока отставим этот вопрос в сторону на какое-то время. Вопрос о том, что если вы являетесь кальвинистом, то вы обязательно должны принимать позицию ограниченного искупления. А пока давайте рассмотрим аргументы и свидетельства. Есть несколько аргументов, которые используют в свою защиту сторонники ограниченного искупления. И первый аргумент строится таким образом. Они говорят, что все, что Бог намеревается сделать, Он делает, и изменить это никто не может.
Все, что Бог задумал, обязательно исполнится. И если верна позиция неограниченного искупления, и именно таким было Божье намерение, то тогда бы Он этой цели и достиг бы. И уж, конечно, если бы Он достиг цели неограниченного искупления, то все люди были бы спасены. Но не каждый человек является спасенным. Поэтому Бог, по всей видимости, не намеревался всех спасти. Христос не проливал свою кровь за всех людей. Позвольте мне повторить этот аргумент, чтобы вы поняли, в чем его суть. Этот аргумент начинается с утверждения, что все, что Бог намеревается достичь, обязательно достигается, и никто не в силах Богу в этом помешать. Хорошо, но тогда, если Бог намеревался сделать то, о чем говорят сторонники неограниченного искупления, а именно заплатить за грехи всех людей, то тогда никто бы не мог помешать ему достичь поставленной цели. И если вникнуть, какова Божья цель, если верна позиция сторонников неограниченного искупления, то тогда это означает, что каждый человек должен быть спасен. Но мы знаем, что не все люди получают спасение, поэтому это должно означать, что Бог не намеревался, чтобы Христос пролил кровь за всех людей. Далее, второй аргумент. И здесь речь идет о деле искупления, совершенном Иисусом Христом. И согласно этому аргументу, утверждается, что Христос не только умер для того, чтобы обеспечить возможность для кого-то спастись. Христос на самом деле умер, чтобы спасти людей. Позвольте мне повторить эту мысль. Христос умер не только для того, чтобы предоставить возможность для спасения. В действительности Он умер, чтобы спасти, искупить людей. Но если же Он умер для того, чтобы искупить людей, поэтому неограниченное искупление не может быть тем, что Бог замыслил, так как не все люди искуплены. Послание к Титу, 2 глава, 14 стих, приводится здесь в поддержку. И на основании записанного в этом стихе говорится, что дело искупления, совершенное Христом, было совершено с одной целью. И эта цель должна быть достигнута. Поэтому все те люди, за которых Христос пролил свою кровь, должны быть очищены. И именно в таком смысле говорится об очищении в Титу 2:14. И здесь, понятно, речь может идти только об избранных, потому что неизбранные не очищены, неизбранные не искуплены и не получают очищение от своих грехов. И когда Павел пишет, что Христос умер с целью искупить и очистить людей, то, конечно, он имел в виду, он должен был иметь в виду, что Христос умер только за тех, кто получил спасение. То есть ограниченное искупление является верным. Также в поддержку приводится стих, записанный в послании к Евреям 9:12, а также стих, записанный в книге Откровения в 5 главе 9 стих. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, еще один аргумент, прежде чем мы уйдем на перерыв.
Вот выслушав все это, все, что мы только что с вами сказали, вы, быть может, думаете про себя: хорошо, если Христос намеревался пролить свою кровь только за грехи избранных, то как тогда можно объяснить то, что мы призваны благовествовать всем людям? Если Христос не оплатил грехи всех людей, то ведь если мы рассказываем Евангелие всем людям, то мы кому-то рассказываем его впустую. И получается, что не все люди на самом деле призваны к спасению. Что ж, сторонники позиции ограниченного искупления понимают суть этого возражения и готовы дать ответ. Они говорят: да, мы понимаем, что мы рассказываем благую весть большему числу людей, и не за всех этих людей Христос пролил свою кровь. Но позвольте объяснить, почему все-таки нужно благовествовать. И сторонники позиции ограниченного искупления могут привести вам 5 причин, почему мы должны благовествовать, рассказывать Евангелие всем людям. Первая причина. Никто из людей не знает, кто же избран, а кто нет. Если бы все избранные люди имели начертание буквы «И», скажем, на их лбу, то тогда не было проблем. Мы рассказывали бы Евангелие только им и никому более. Но такого не происходит. Поэтому приходится рассказывать Евангелие всем, так как мы не знаем, кто же избран из людей. Вторая причина. Христос заповедал, чтобы Евангелие было проповедано всем людям. Марка 16:15 и также параллельный текст 28 главе Евангелия от Матфея. Далее, третья причина. Бог все-таки желает, чтобы все люди были спасены, несмотря на то, что Он не предизбрал каждого человека к спасению. Поэтому даже если вы верите, что Христос намеревался заплатить за грехи только избранных людей, вы все еще должны благовествовать всем людям, потому что Евангелие отражает Божье желание, согласно которому Он хочет, чтобы все люди спаслись, и Он действительно этого желает. Поэтому нет ничего неправильного в том, чтобы говорить всем людям то, что совершил Христос, и что они должны принять Его дар. Далее, четвертая причина, почему все еще стоит благовествовать всем людям. Обязанность каждого человека состоит в том, чтобы уповать на Христа, принять Его искупление. Так же, как каждый человек обязан соблюдать нравственный закон Божий. И мы знаем, что есть много людей, которые не соблюдают нравственный закон Бога, явленный нам в Писании, но это не означает, что они не обязаны соблюдать этот закон. И точно так же, тот факт, что не каждый человек принимает Евангелие, не означает, что они не должны принять Евангелие и принять Христа. Они обязаны принять Христа, но они не смогут Его принять, если им не будет дана возможность, не будет рассказано Евангелие о том, что Христос за них совершил, и что они должны принять. Поэтому надо дать им такую возможность, надо рассказать им Евангелие, потому что они призваны, они обязаны принять это Евангелие, когда они это Евангелие услышат. И, наконец, последняя, пятая причина, объясняющая, почему все еще стоит предлагать спасение каждому человеку. Когда неизбранные к спасению люди отвергают Евангелие, они делают это не потому, что Бог заставил их так поступить, отвергнуть Христа. Они отвергают Христа по своей свободной воле. И когда они поступают так, то они показывают, что действительно заслуживают осуждения, когда предстанут на Божьем суде. Поэтому одно дело, когда
Евангелие проповедано, но Бог бросает людей в ад, помимо их воли, не давая им возможности принять Христа. И другое дело поступить так, как поступает Бог, когда Евангелие проповедуется, и каждый человек должен принять решение. И когда человек, который не избран к спасению, решает отвергнуть Христа, не принять Его, то это показывает, что они заслуживают того наказания, которое получают за отвержение Христа. Поэтому, несмотря на то, что сторонники ограниченного искупления считают, что Христос пролил свою кровь только за грехи избранных, все еще оправдано благовествовать всем людям. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.